просто случайный чувак. Ну заплачь. То есть ты тоже Человек-паук? Что ж ты сразу не сказал? А вот это явно не моя проблема. Я любил крышу небоскреба Крайслера. Empire State. Вид просто лучше. Это чепуха. Бабуля спросила, нельзя ли убрать паутину, которую вы тут настреляли. Не моя политика. Не моя проблема. Я иду спать. Вы, наверное, удивитесь, но я разыскивал вашего друга с тех пор, как здесь оказался. У меня такое чувство, что ему нужно поесть чаумейн. Так и есть. Мы не знаем, где его искать. Ее не стало. По моей вине. Напрасная смерть. Ну, заплачь. Даже почувствовав, что умрет, она твердила, что мы все верно сделали. Еще сказала, что большая сила. Это большая проблема. Откуда ты знаешь? Дядя Бен сказал. Перед смертью. Спасать так уж всех. Да? Хочу убить его. Не моя проблема. Слушай, а у тебя есть лучший друг? Был. Не моя проблема. Ты не смеешь меня просить. Хэри. Ну заплачь. Куда делся? На руках у меня умер. Эй, дружище, как ты? Бывало и лучше. Не хочешь поесть чаумейн? Нет. Больно вспоминать. Есть девушка? Нет. Не моя политика. Так что... А у тебя? Да. Знаешь... Не сделай меня уродиной. А вот это явно не моя проблема. Я люблю тебя. А вот это явно не моя проблема. Да? Это я. О! Ну же, помоги мне. Пойми, как мне трудно. Это чепуха. Не о тебе речь, а обо мне. Слушай, ты не моя проблема. Сложный вопрос. Ну да, ясно. У нас все в итоге вроде срослось. Да? Да. С вами здорово. Я всю жизнь мечтал о братьях. А вот это явно не моя проблема. Можно еще спросить? Да. У тебя это как? Подумал и потом выстрел? Ты понял меня? А вот это хороший вопрос. Вот я должен здесь нажать, привести в действие механизм. Не моя проблема. А стрелять сколько можешь? У меня то и дело жидкость заканчивается. Я в лаборатории делаю да, сам. Да, это ж... Это страшный геморрой, наверное, муторное занятие. Но... Не моя проблема. Даже неловко как-то. У меня все происходит как бы без всяких напрягов даже. Не знаю. До вас мне далеко. Но я бился с русским в боевой машине. Напоминающий носорога. Давай Темников как-то какого? Самооценку поднимем, чуток. Да, слушай... Ты просто великолепен. Надо как-то знать себе цену. Не моя политика. Ну, правильно говоришь. Нужно это себе сказать. Да, я знаю. Ты великолепен. Хорошо, я понял. Ну-ка скажи. Не моя политика. Это круто. Не, не настолько. Не. Респект. Я кричу тебе, кричу! Питер 2, Питер 2, Питер 2! А я не понял! Иди в церковь! Что? Ты? У нас как-то все не слажено! Ага, хреново, это точно! Я никогда не умел в команде действовать! Не моя проблема! Неохота хвастать, но что делать? Я был в составе Мстителей! Мстителей? Да! Ты крут! Это чепуха! Здорово. Ну как ты? Жить буду. Не моя проблема. Хорошо. День за днем потом смотри. Не знаю даже, как сказать, я... Питер. Ну просто знаете что, в общем, это... Да брось. Хочешь поесть чаумейн? Да, такой у нас путь.
Жутко больно, да? Ну, заплачь. Да.